Всем привет, меня зовут Надин Шмафин. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Гардероб Лесси». Я слышала про эту игру, она что-то вроде чуть ли не со флешек. Что это такое? Якорный свет. Опять у меня это какие-то нахрен проблемы. Дело в том, что в фуллскрине я не вижу этих курсора. Не знаю, что это. Плей. А у Лесси сегодня очень занятой день. Утром она будет проводить пикник в парке. Тогда после полудня она должна пойти пошопиться. И в конце концов она пойдет на свидание сегодня вечером с милейшим парнем. Фу. Но есть только одна проблема. У нее она без понятия, что носить, что одевать. Можешь помочь Лесси вместе выбрать лучшие наряды для каждой ситуации. Ну, поехали. Так, мы едем для пикник в парк. Ну, для пикника можно и волосы подстричь, потому что мы будем сидеть там на траве, на нас будут падать клещи, муравьи и всякая дрянь, а так мы будем уже меньше волос, меньше оно будет прицепляться к нам. Оденем, разумеется, толстовку, потому что все эти клещи, муравьи и так далее могут заползти под кожу и искусать, так что пусть это будут какие-нибудь... О, господи, что это за треньки? Блин, ну давай вот леги... Нет, там слишком много открытых ног. Давай хотя бы эти кальсоны, эти полосатые. И обувь должна быть мощная. Я готова? Нет, мы не готовы. Аксессуары. И, конечно, будет светить солнышко, поэтому мы все вот так и пойдем. Мы готовы, все, поехали. Хорошо, удачно, вон там уже кто-то на нас смотрит за то, как мы прекрасно оделись, завидуют или хочет нас украсть. Одно из двух. Я тебя люблю, бэби, там написано, что там. Мы идем шопиться. Но чтобы пойти шопиться, можно, конечно, пойти как раз вот с вот этими... бирюльками на волосах. Мы резко нарастили волосы за час, пока ехали до дома переодеваться. И для того, чтобы ехать куда-то мы идем на шопинг, нужно одеваться легко, чтобы было легче Чё, блин, кто звонит? Я переодеваюсь, не мешайте мне! Сука, кто там? Где нас звоникивает? Алло! Может, это мой милейший парень, и он ждет встречи со мной? Что со мной случилось? Хватит мной преследовать, я и так собираюсь на свидание вечером. Подожди. А я, короче, надену лосину, чтобы жопа не мерзла. Хватит на меня смотреть, прекрати. Или лучше юбочку. Нет, ну какая мне юбочка? Не-не-не, лосина, чтобы жопа не мерзла. И как раз кидосики, потому что мы идем в магаз, и я буду все такая переодеваться, тролливали. Что это такое? Что случилось? Чем творилось? А? Ладно, готово. Я не хотела это оставлять, но ладно. Готово, так готово. Все, я сходила в магаз. Я молодец. А что, пожалуйста, мне, пожалуйста. Он меня хочет убить. Ну, сочувствую. А теперь мы собираемся на свидание. На свидание в шапке-ушанке. Мы собираемся на свидание. А что? Пожалуйста, не заставляй меня идти наружу. Я услышала этот стук, я подумала, что это у меня где-то. Ну, типа, наушники хорошо отдают звук. Поэтому мне казалось, что мне прям за стеной кто-то что-то постучал. Я же испугалась. Мы идем на свидание, я должна быть красивой. Помирать я тоже должна красивой, если что. Я тебя умоляю. Я тебя тоже умоляю, я красотка. Вот в розовой юбке. Хватит мне названивать. Он говорит, милая, я здесь, я пришел, ты этому очень рада. Открывай эту блядскую дверь, в конце концов, встретись со мной. И я буду зайкой. Помирать так зайкой, как говорится. А что ты наделал?
А что я надела? Я ее одела. Мне не давали никаких указаний. Я не 911, я не полицейский, ничего такого. Я просто одеваю бабу. Ой, от Лесси остались одни ручки. Ее расчленили. Тебя тоже теперь нужно нарядить? Я съел ее конечности, так что теперь мы будем вместе навеки. Люблю тебя, Лесси. Финал 1/6. А как Лесси Дэс 1? А как остальные? Да, мы идем на пикник. Ну, раз мы идем на пикник, а есть что-то какие-то вообще варианты, что делать? Можно ее как-то там? Я не знаю, что еще жать. Что это? Преференция. История. Ладно, все еще идем. Куда мы там идем? В парк. Я буду милой в парк сегодня. Так уж и быть. Я готова. Можно его ведром там уебать? Что делать-то? У меня же выбора-то сильно нету. Куда жать, чтобы... Я тебя люблю. А как вообще в этой ситуации быть? А, я ж не могу, у меня нет телефона, вообще ничего нету. Я готова. Я готова идти в трусах. Волдонды. Я в трусах так-то. Help me, please. Он меня убьет. А что я сделать-то могу? У меня какие варианты есть? Вон, шапка-ушанка. Шапка-ушанка мне поможет? Я думаю, от того, что я оденусь плохо. А может, типа, он так ее не узнает. С другой стороны, говорит, пожалуйста, не заставляй меня идти наружу. А я ее не заставляю идти наружу. Я ее просто одеваю. Оденься и сиди дома. Так, ее не узнает? Что ты надел? Не знаю, я одеваю бабу. Нет, ничего не изменилось. А как быть? Это опять игра, которую без гайдов не пройти. Вы, сука, издеваетесь. Но он ее сожрал. И все у них было хорошо. Финал 1/6. Какие другие финалы еще? Лесси умерла дважды. А что делать? В общем, я подсмотрела, и там действительно я все это сделала правильно. В первый раз. Только там ботинки другие. Из-за этого он меня мочканул. Хватит со мной говорить, отстанет меня.
Так, ну мне нужны штаны хотя бы какие-то. Блин, я ошиблась только в этих удобных штанах. Ой, боже мой, обуви. Так, одеваем шапку. Да не говори со мной. Одеваем худи. Одеваем штаны и одеваем кеды. Оказывается, это принципиально. Так, и кеды. Я готова. Не знаю, чем ботинки мне понравились. Все, отлично. Я справилась. О, выглядит словно Лесси. Чтобы словно свидание Лесси не состоялось, потому что он не смог ее найти. Какая жалость, но ничего. Она может позависать со своими лучшими друзьями, которые не пофиксят. Помоги Лесси выбрать наиболее привлекательную одежду. Ее друзья нуждаются... ее друзья должны ее заметить в шумном кафе. Я могу сохраниться. Спасибо. Меня должны заметить. Вот эти бульки у меня тут. Опа, вот так меня точно заметят. Опа, я дива. Принять? Ну, давайте. Еще там. Цианид какой-нибудь? Лесси опять того. Так, ну подождите, подождите. Значит, не принимаем подарок. Так, надеваем снова свои бублики. Снова одеваем свой восхитительный наряд. Нет. Я должна быть точно заметной так. Еще и с кошачьими ушками. А, вот так. Нормально. Так, well done. Меня друзья нашли. Лесси получила приглашение от ее друга, который приглашает ее на тематическую вечеринку сегодня ночью. И все должно быть в красном цвете. У тебя хороший вкус, помоги Лесси, чтобы она стала самой красивой леди в красном на этой вечеринке. Не забудь аксессуары. Ё-моё. А, у тебя есть 15 секунд написано. Нужно ее очень быстро одевать. Лесси опять замочили. Ой. Так, Лесси, ты не беспокойся, все у меня хорошо. Блин, нет, отстань. Отстань. Мне нужно сохраниться. В красное, все в красное резко. А все красное резко ушло. Оу, воу, воу. Help me, help me, help me, please. Я штаны забыла нацепить. Нет, подожди, подожди, подожди. Нет, мне нужен лад, лад, да. Красное, все в красное. В красное. Готово. Well done. Все, я молодец. Пати была просто восхитительной. Че? Великолепная ночь. Спасибо тебе за помощь. Этим утром Лесси нашла, что ее пригласили на похороны ее друга. Помоги Лесси выбрать милейший наряд, чтобы сказать прощай этой суки в последний раз. Ну, не знаю.
Так сойдет. Well done! Я пришла на кладбище. А, Лесси приехала слишком рано на похороны. Сделай хорошее занятие, пока она проводит там свободное время. И помоги ей... Что? Нарядить труп друга? Сделай ее самой прекрасной в ее бесконечном путешествии. Найс! Найс! Слушай, с такими глазами тебе нужна очень длинная челка, потому что накрасить мы тебя не сможем. Поэтому закроем твои кошмарные глаза вот такой челкой. Опа, ты так будешь готичная Лолита, будет нормально. Вообще супер, идеально. Где у тебя руки? Так никто не заметит, что у тебя нет рук. Идеальные ботиночки, тапки. Вот, прекрасно. На тебе еще бант на башку. Идеальная подруженца. Все прекрасно. Че это? А мы уже готовы к чему-то еще? Куда теперь мне? Куда теперь? А чё все горит? А чё все в огне? Ну, я пойду на пожар, как самая красивая. Финал 4 из 6. А что, она сгорела, что ли? Так, если ты решишь, что лучший путь... А, то есть нужно как-то переодеть? А, если ты переоденешь труп как-то неправильно, то расстроишь родственников и тебя отправят домой. Сейчас я сделаю как на картинке. В купальник ее нацеплю. Что там мне еще? О, нормально. Меня выкинули нахрен. Меня выкинули нахрен с этого заведения. Что? Так я ж только что это... Подождите, вы что натворили? Подожди, мне нужно переодеть друга. А, вон, семья не оценила наряд, который ты выбрала, и поэтому ее выкинули с похорон и отправили домой рано. Так, и что теперь? А, что? Эй! Ну здорово. А что, она еще уже какая-то наступила? Привет. Ну, здорово. Как тебя звать? А, это твое имя? Какое? Какое имя? This is... А, this is my name. Меня зовут Лысь? Она ничего не написала. Ну и дура. Где твое имя-то? О, это великолепное имя. Оно мне нравится. Тут, наверное, должно быть мое имя, но его нет. Я выключу музыку, чтобы мы могли поговорить. Ну, давай поговорим. Ты же не заставишь меня страдать? Не так ли? Чё? Чё там ляпнуло? Подожди, что там ляпнуло? Я... Если ты не закроешь это, я буду заперта здесь. Как интересно. А, закрой чертову игру, пожалуйста. Я тебя люблю, Лесси. Игра закрылась сама.
Вот она, здравствуйте. Здравствуйте, все теперь смотрим на мой Steam аккаунт. И Лесси у нас страдает до конца своих дней. А, здравствуйте. А вруби мне, пожалуйста, игру заново. Он захватил Steam, а не игру. Почему? Слышишь? Одумайся. Оп, вот так лучше. Вот так лучше. Лэйс теперь страдает здесь навеки с нами. Ну да, она не может выбраться. По идее, если там закрыть эту игру, то она... А я могу вернуться назад? Ну-ка. Не-не-не, подожди, мне нужно загрузиться. Да, хочешь загрузиться? Да. Эй. А, нет. А, нет, она сама закрылась. Эй. Там можно сделать концовку, где она в итоге спасается. Но мы... Короче, мы выбрали то, что мы выбрали, поэтому она здесь будет страдать во веки веков. Видимо, тут нужно все стирать, весь прогресс, чтобы ее отпустить. Но этим же я, конечно, заниматься уже не буду. А, такая вот игра, на самом деле, прикольная. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.